На этом месте по раскопкам археологов и по сведениям находилось византийское захоронение, раннее византийское, ну, это где-то 6-5-6 век. И даже базилика была обнаружена византийская, и в том числе находилось мусульманское кладбище. Здесь недалеко находилась мечеть Айсофия, которая была разрушена уже, повреждена землетрясением 1927 года и потом разобрана. В том числе на этом месте, вот по преданию, жил святой Азиз. Так это место и называлось – Гурзуф-Азиз. Некоторые вот эти надгробные камни, они до сих пор встречаются в Артеке, перевернутые как лестницы каменные, где-то вмурованы в стены. Фотографии эти у нас есть. История ни одной цивилизации не знает подобного строительства на вот исторических памятниках, на костях. Но вот есть определенные сакральные места, как мне кажется, где надо соблюдать тишину, покой и память предков. Артек лишил нас, наверное, самого красивого пляжа на всем южном берегу Крыма. Это вот гурусские камни, вот скалы Адалары, скала Шаляпина и 5 или 6 пляжей.